Рад представить вашему вниманию канал Опера. На своем канале Опера проходят игры серии Total War. Total War Attila, Total War Warhammer, Total War Rim 2 и так далее. Отличное повествование, отличные ролики. И что самое интересное, дела у него за зеленокожих идут намного лучше, чем у вашего покорного слуги. Короче говоря, канал явно заслуживает внимания, и посему рекомендую вам к подписке. Ссылка на канал в описании под роликом. Приветствую вас, дорогие друзья! Это Total War Warhammer, с вами снова Тямыч, и мы с новыми силами вещаем на наше великое и мученическое, я бы даже не побоялся этого слова, прохождение за зеленокожих. Итак, фальшивка Богров, с нами все, ребят, фальшивка Богров. А сейчас на встречу к нему еще подкреплением подойдет наш любимый Гримгор и все остальные. Итак, сегодня мы в очередной раз всей нашей такой бухой гурьбой компании будем пытаться давать люлей внезапно забредшему на нашу территорию Унгриму, ублюдку Унгриму. И попытаемся разбить еще одну армию гномов. А вторая, еще одна серьезная армия, ну, само собой, ее ведет Торгрим, соответственно, да, Грэчбрейкер, навеки обиженный. И он сейчас осаждает у нас Черную Скалу. Вот это, конечно, очень неприятный элемент, но, соответственно, ничего страшного в этом абсолютно нету. Итак, смотрим подкрепление. Итак, отсюда к нам приходит, собственно говоря, единственное подкрепление в лице Гримгора. Да, насчет Гитсника. Гримгор, Гримгор, Гримгор. Но ничего, даже один Гримгор сделает наш день. Make my day. Направляем его сразу вот сюда и, соответственно, ведем наши войска вперед. Пока что попытаемся их как-то дезинтегрировать, соответственно, вот этими вот ребятками, лучниками. И пока что ведем своих ближе к противнику. Гетсник. Стюардесса по имени Гитсник. Так. Что у нас здесь? Так, это у нас вторая армия. Так, Госбок, да? Госбок. Госбока я немного не сюда. Так, о, не забываем, кстати, про то, что у них есть пушки. Так. Ну и, соответственно, тогда уж посылаем пехотку непосредственно на врагов. Все, что у нас есть. Не будем жалеть. Ибо это все мясо. Так, это, соответственно, второй ряд. Ладно, они пойдут подмогой. Так, и, соответственно, что у нас еще? Блин, как же сейчас чертовски трудно будет за всем уследить. Как и всегда, это обычно бывает. Так, ну в первую очередь выстреливаем пушки. Так, смотрим, что у нас там. Значит, касаемо катапульт. Ну, куда-нибудь пусть идут, да. Итак, выстреливаем пушки, само собой. Даже, наверное, давайте-ка мои пучки поближе, верные. Выхерачивайте их. Сокращаем их численность. Ну, блин, вот о чем я и говорил. Выбивают просто стрелки на раз-два. Блин, чего вы никак не можете вертолетиков захерачить? Так, потихоньку вроде пошло. Так, ладно, придется тогда идти.
Так, что у нас тут? Как пока не особо, да, дела у нас? Но мы активируем меч мучителя, поиск врагов и шлем раздора. Так, шлем раздора, он что дает? А, доспехи защиты, да? Так, ну давайте тогда прям на забияк. В принципе, вполне неплохо. Сейчас пойдет дело, я думаю. Так, смотрим, что здесь у нас с вами. Так, здесь, соответственно, гоу все на Унгрима. Железный кулак, ребят. На вот эту мразь. Выбивайте ее. Такс. Что у нас далее? Так, вот, кстати, еще пихи у нас с вами, да? Все, поперли. Богров! Вперед! На врага, твою мать! Так, смотрим, смотрим, смотрим. Я не применял ближнего плана, особенно никогда, да? А сейчас, я думаю, самое время это сделать. Ближний план рулит. Так, всякие глумы и прочие черти. Что у нас здесь? Выбиваем этих коротышек. Так, что-то они там кастуют себе, да, как я посмотрю. Ну, это горняки, горняки нас особо не волнуют. Мы потихоньку сокращаем их численность. Так, у нас много, кстати, излишек. Так, насчет... Да-да-да-да-да, валить их надо вот так вот, забияк, забияк сейчас самое главное. Так, вынесли. Отлично. Продолжаем, Богров. На Унгрима. Так, что у нас с троллями? Отлично, отлично, захерачиваем долгобородов. Плюем на них своей жидкостью. Сайна Блэд! Сайна Блэд! Валста Блэд! Уничтожить всех. Так, меж тем, что у нас здесь? Так, культ незаменимый. Знаете, незаменимых людей нету, поэтому херачи морда. Нету незаменимых людей. Так, отлично. Здесь мы этих ублюдков разбили. У нас остался, получается, Казран. Идем далее. Так, троллями давайте поможем. Пошли. Так, это прям фанаты Спартака какие-то. Так, культ незаменимый. Сейчас он тоже скончается. Кончится целиком и полностью. Так, паучок Рахнарока. А, милости прошу, Глума завались. Мы пока с Ольдом будем сражаться. Так, а вот они, черные орки, подошли. Ух, ёпта! Богров, 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 Богров. Обратно, 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 обратно. Совсем я что-то не заметил, что у него все херово. Так, ладно, Богров пусть летит пока обратно, да? Повоевал вдоволь, да? Так, ну и в принципе, наверное, баллист все. Пока с ними, с вами. Он гребаный Унгрим, а? Так, надо подмочь. Блин, Гримгар, он только подошел к веселью, на самом деле. Ну да ладно. Так, Казрана валим. Но, скорее всего, не успеем мы с ним уже ничего сделать. Так, один-одинешенек остался, ублюдок, а? Никак не хочет подыхать.
Так, ну наш уже подошли, да? Отлично. Так, кто у нас тут? Так, Глум, ну, хотя бы кого-то мы из героев уничтожим вражеских. Да и вообще-то можем всех за раз сейчас завалить. Хоть даже не в рамках этой битвы, но мы можем их потом добить. Да, Унгрим вышел опасной штучкой, конечно. Однозначно. Итак, ну где у нас? Гримгар, так, и выходит Гримгар, и сейчас добиваем эту мразь. Он сдохнет, тварь. Все отлично. Фу, и с очередным подпесником Унгрима эта битва наконец-таки закончилась. Сайнопланс. Блин, знаете, по-моему, это может продолжаться бесконечно, да? Гномы против орков. Самый жесткий замес, который только может быть тут. Итак, Унгрим, выкуси в очередной раз. Да, кстати, спасибо за денежки, они нам пригодятся. Еще пригодятся. Зарезать всех неверных. Так, у нас тут неплохие даже мечики появились. Так, ну что ж, добиваем. Добиваем. Они от нас не уйдут. Просто... Так, в очередной раз мы их побили, но кузали. Так, как всегда у нас тут кровавые парелы для нас враги. Ай, да, везде одни враги. Телея, Хилея и так далее. Да, херовые дела, конечно. Да, еще и эти ублюдки узлы на башке. Тоже воюем, короче, мы просто окружены врагами, но что поделать. Будем стоять до конца, как говорится. Так, фальшивка. Ты у нас, кстати, стал Макрушник, а не Богров. Да, видимо, неспроста ты получил это прозвище у нас с вами. Так. Дальше, из боевых навыков. А непосредственно тебе, что мы будем качать? Боевой опыт у тебя и так есть. А сила оружия тебе надо продолжать качать, я думаю. Так, а тебе, ублюдок? Так, Морком шепнутый. Так, ты у нас и так противник. Так, ты у нас и так хороший убийца, поэтому... Давайте мерзким пронырой ты у нас будешь. Да, надо будет за нашими границами, конечно, смотреть глаз да глаз. Однозначно. Так, ну чё, Госбок, тебе обратно сейчас. Ну и даже не знаю, что над всем этим думать. Так, как-то попробовать замириться, наверное, будет не Варик. Или все-таки Варик. Да ладно, хватит тебе говорить страшным голосом, нет, да? Эх, жаль. Так, ну может быть, все-таки Телея смилится, нет, Телея не смилится, все еще нехерово. Так, ну ладно. Короче, мы одни в поле. Одни в поле, это, конечно, меня вообще не радует, но что делать? Что делать, ребят? Делать нефиг, будем как-то пытаться, даже не знаю, что сказать. Нам серебряный путь в любом случае, как зеницу ока, нужно беречь. Поэтому такие дела.
Такие дела, ребят. Так, что мы тут потеряли? Так, мы, по-моему, потеряли... А, ну да, получается, пещера троллей. Пещеру троллей мы потеряли. Давайте ее и построим по новой. Так, короче, сторожка тоже потом не повредится. Так, столпы грунги, да? Неплохие, кстати, у нас действительно тут гарнизоны. Так, ну ладно, у нас, собственно говоря, сейчас предвидится еще одна эпичная битва. Это битва за Черный Утес. Сможет ли гарнизон или нет? Вот в чем вопрос. Конечно, можно попытаться пойти сейчас какой-нибудь стековой армии в подмогу, но шансы крайне малы, ребят. Если честно. Так, зато у нас появилась ваг-армия. Вот ее-то как раз можно и направить на ублюдков. Что, соответственно, можно будет и сделать. Нашим все-таки надо еще мальцам восстановить силу, соответственно. Так, побольше пехов набрать. Побольше черных орков тоже не помешает. Чем мы, собственно, и будем заниматься. Так, тут полностек, отлично. Все нормально, все на месте. Так, сколько у нас, кстати, до... Будет... Сколько ходов мы вообще можем выстоять? Блин, это получается три полных стека. Вот ублюдки. Так, срок 5 ходов, да. Они все-таки пытаются нас брать измором. Вот ублюдки. Действительно. Ну, наконец-то. Наконец-то. Итак, 100 уверток крылобой у нас с вами. Итак, ребят. Да, мы, видимо, погибнем смертью храбрых, но попытаемся им сделать полный апокалипсис. Насколько это возможно. Итак, смотрите, что у нас получается. У нас тут 1, 2, 3, 4, 5 отрядов черных орков. 6 отрядов стреляющих пацанов. Так, плюс сорочи пацаны на вепрях 3 штуки. 2 великана, 2 тролля и 2 катапульта крылатого рока. Ну, я думаю, что, конечно же, против 3 стеков мы не потянем однозначно, но... Попытаться однозначно стоит, ребят. Это крайне эпичная серия за последнее время, поэтому я надеюсь, что вам понравится. Итак, Черный Утес. Мы будем стоять до конца. Поехали. Так, господа, вы чувствуете весь эпик этой картины? Потихоньку нашу столицу, наш главный город покрывает снег. Зима близкая. Орки готовы к своему ласт-стенду здесь. Издалека идет объединенная армия гномов и телей. Что же, сейчас именно от этих дверей пойдет подкрепление к этим нашим проклятым гномам, и скоро все решится. Но мы будем стоять до последнего. Лососните, ублюдки! Так, ну чё, будем смотреть. Так, ребята, разворачиваемся, короче говоря. Посмотрим сейчас. Как у нас пойдут дела? Так, отлично, катапульт уже работает наша. Уже вплотную нападаем. Так, что, недолет, что ли? Во, отлично пошло дело. Так, тем временем. Отлично, минус. Сминусовали, стреляем далее. Обстрел.
Похерить, похерить к чертовой матери. Ну а черные орки уже ждут. Они уже наготове. Зайнобланд. Выстрелим этих ублюдков по полной. Что же, мы еще покажем им Кузькину мать. Я более чем уверен в этом. Так, знаете что, давайте позволим им пройти вовнутрь. Их тут будет сюрприз ожидать. Так, стоп. Вот там это. Аккуратнее. Бля, вы чё в своих-то херачите? Ё-моё, а, уёбки. Так, пока в долгобородов стреляем, ребят. Так, что у нас тут? Так, тут сейчас к нам пройдут. Проходят потихоньку. Окей, пусть проходят. Так, надо им арту побить. Выстреливаем. Ну чё, идем, устроим им тут райскую жизнь, а? Как вы думаете? Поперли. Но! Сожри его! Сожри эту мразь! Вот так! Еще больше смерти, богу смерти! Мы будем стоять до конца. Так, тем временем смотрим, что у нас далее тут. Так, далее тут сейчас долгобороды делают, получают, точнее, не иллюзорных люлей, как я и ожидал, соответственно. Очень не иллюзорные люлии. Так, горняки идут. Что же, не есть гуд? Так, надо забияк проучить сейчас. Так, ребят, по долгобородам. Так, кого еще? Давайте налетчиков пока что. А то я смотрю, тут френдлик идет. Так, давайте теперь вот по ним. Так, ну что тут у нас? Рыгай на них! Изничтожьте их, убейте их! Так, гранатометчики, налетчики, твою мать. Стойте, ребят. Да, силы не равны, их слишком много. Слишком много нас не хватает на всех. Так, горняки минус. Так, из забияк тоже уже хер кого осталось. Давайте рыцари империи пытаться валить. Да, они берут стены. Эти ублюдки берут стены. Так, налетчики пошли по жопе, я смотрю. Но этого недостаточно. Этого недостаточно. Вся надежда на гиганта. Ну, вы просто посмотрите на эту красоту, ребят. Как он пинчит, ребят. Я даже не боюсь сказать матом, просто. Отсюда. Ладно, стой пока на месте. Так, что у нас здесь? Все, они прошли, ребят. Они прошли. Ведем в бой. Леонардо Катраца. Я уж подумал, что это Леонардо Ди Каприо, блин.
Так, это у нас пистолеры, и да, против пистолеров мы тоже уже ничего не сможем сделать. Так, Arrow Boys. Блин, ну были бы одни бы гномы, зарешали бы, да. Потому что гиганты, ну они реально рулят, да. Вот посмотрите, как они тащат. Просто нате, на, мразь! И все, и нет вопросов, ё-моё. Да. Но наши еще стоят. Наши еще самоутвержденно стоят до последнего. Насколько могут. Тут уже гребаная телея подошла и... Да. Это конец. Но мы будем стоять до последнего. Обратно, глупцы. Не вы. Вы. Так, все, одну у нас уже слили. Так, выстреливайся, Артур. Так, ну что, главный вход, смотрите, на главном входе мы пока что еще стоим. В принципе, вполне себе уверенно. Так, эти потекли, ребятки, жаль, к сожалению, да? Так, или бордисты, ну... Так, обратно. Забияк надо сейчас захерачить. Поможем великану, ребят. Поможем великану, блин, пошла нахер конница. Еще, мы еще не закончили с вами, мрази. Мы еще с вами не закончили. Херачим забияк, хотя тут уже, да, тут уже и кавалерия идет. Но я более чем уверен, теле и гномы запомнят это надолго. А если еще и Леонардо Ди Каприо завались, так это будет вообще сас. Что мы сейчас, собственно, сделаем? Here we go! Еще! Так, ну давай, гигант, завали уже Леонардо наконец-то. Сколько можно? Да. Это жестко. Это жестко, ребят. Да, видеть, как гиганта убьют, конечно, это очень неприятно. Так, ладно, идем. Идем, попытаемся что-то с тяжелыми мечниками сделать. Хотя уже не варик, да? Ладно, идем на забияк тогда. Так, что мы еще сможем сделать здесь? Ровным счетом уже ничего, но самое главное, мы убили Леонардо Ди Каприо. Ну, конечно, да, это уже ничем не поможет. Вы смотрите просто, какие сейчас груды крови и мяса мы видим с вами. Всех убьют, а великаны останутся. Правильно, вот так вот. Так, херачим последних гоблинов крылатого рока. Как я уже сказал, мы будем сражаться до последнего. До последнего, мать его, великана. Но-но! Но-но! Отлично. Больше крови. А вот она, и эта шлюха Торгрим. А, конечно, шлюхи мы уже никакого урона не сделаем, и на то она и шлюха. Но тяжелых мечников и...
как-то ухудшить положение телей мы еще можем чуть-чуть. Ну, все, это финальный аккорд, ребят. Все. Черный утес был сдан. Но зато сами видите, какими силами, тремя стейками еле-еле они превозмогли. Я после этого понял одно. Надо было качать гигантов действительно. Вот я сейчас посмотрю на счет, я думаю, гиганты больше всего затащили. Ой, да. Все, мучение наше здесь закончилось. Ну и да, как я и ожидал, 290 и 144 больше всего фрагов набили. Ну еще черные орки, тут два отряда, да, 104-186. Вот это вот битва как битва. Сами можете посмотреть, то есть, блин, самое, конечно, обидное то, что... От армии гномов и телей осталось-то на самом деле... Ну, половину мы у них снесли, да? То есть от Торглима осталось вообще всего лишь 312 человек, блин. Так, Уго Липпи было 1168, стало 728. Леонардо Ди Каприо, да, было 1285, стало 748. Эх, да... Вот если б не Унгрим, да, кого-нибудь сейчас бы подослал бы, конечно, в подмогу, но не судьба, не судьба. Нам все равно надо сейчас защищать утес, точнее, не утес, а серебряный путь. Ибо если мы потеряем серебряный путь, то все, пиши пропало, да. Но было знатно, было эпично. Вот что не откажешь, конечно, в этом, да. Но гребаные гномы, они все-таки добили своего. Да, стоит признать. Ну что ж, радуйтесь, ублюдки. Только шапками можете закидывать нас. Суки, так сейчас на это больно смотреть, потому что Черный Утес был нашей столицей, и, блин, это был первый город, который был взят у гномов. Что же, Телей идет дальше, Телей идет на нас. Ну, что же. Да, столица потеряна. Блин, у нас нету денег, да? Минус 3000 каждый ход. Нет, меня совсем не радует. Это меня, блин, совсем не радует, ребят. Что же, надо подумать, какую армию распустить, какую оставить. Я все-таки думаю, что надо бы армию Госбека, наверное, оставить, потому что она более сбалансированная. Вот такие дела, ребятки. Такова была эта серия. И, конечно же, да, с Черным Утесом все пошатнулось. Но, как я уже говорил, мы будем сражаться до конца. Будем сражаться до последнего. Очень жаль, конечно, что мы практически... Благодаря нам искоренился хаос. Но, меж тем, мы таким образом себе подписали... Ну, рано об этом еще говорить. Может быть, мы еще выстоим, не знаю. После того, как, например, разобьем армии Телей, может быть, они захотят мира. Но не знаю, пока что все очень туманно. Мы потеряли все, что могли, кроме Серебряного пути. Короче, будем смотреть. У нас нету союзников, нету никого. Мы окружены врагами, везде враги, куда ни погляди, ни посмотри. Ну, тем будет интересно, выберемся мы или из этой жопы, или все-таки у зеленокожих тут все обречено. Только время покажет, ребят. Ну, а с вами был Темыч, всем спасибо за просмотр и пока, до скорых встреч, доблестного вам варга!